Естественно, оценка соответственная. Ну а сейчас давайте зажмем кулачки и поболеем за сестричку Арины. Дина Аверина сейчас на ковре с упражнением с обручем. Дина, удачи. Костюмы, конечно, потрясающие у девчонок. Детстина. Да, очень здорово. Знаешь, вот что отличает девчонок? Я вот сейчас поняла. Вот по сравнению с другими, такая вот, мы говорили, по-моему, уже обсуждали это в нашей прошлой трансляции. Вот это многослойность упражнения, да, вот оно объемное, столько всего. Одно из другого вытекает, и одно в другое вплетается. Вот это очень, мне кажется, ну, кроме того, что это сложно, но это завораживает взгляд, да? Но это своего рода, конечно, тактика Ирины Александровны. Она просто терпеть не может остановки. Ну да, вот эти плоские, обыкновенные, да. Отдельные друг от друга. Она когда видит такие программы у нее, она просто уходит из зала, и все. Она, конечно, каждый день прям добивается и от девочек того, чтобы они понимали, что если будет ошибка, точнее остановка, то до конца упражнение просто не дойдет. И что нужно делать все слитно. И когда получаются ошибки, она находит конкретные эти остановки и говорит: там была остановка, поэтому у тебя не получилось. Когда все переделывается, конечно, выходят такие шикарные композиции, как у Дины и у Арины. Да, очень красивые купальники. И... Ну да, как-то, да, вот даже удается вплести в красивый образ, в красивое платье, чуть похуже, чем у Арины, но...